Пчелы. А ты кроликов здесь не держишь? Почему? Здесь кролики. Можешь зайти посмотреть. Да, вот там он лучше, наверное. Как кручены. Уже большие. Чем кормите их? Чем? В основном травой и плюс зерно, ячмень. Ну и потом, когда картошка, делаю мешанку, тоже едят. И сколько у вас их тут? Ну, сейчас штук 30, наверное. Опускаем мы сейчас это. Выпускаем, ага. Снесутся потом. Тыква, кабачки, вон огурчики в теплице. Да, вот сюда пройдем, да. Вот поспевает. Участок сам 40 соток. Выращиваем картошку, морковку. По окраине, значит, обсадили деревьями. Кедерок больше 100. Ну, сосенки есть. Весной мы высадили 100 елочек. Вот это вот груши дальневосточные, тоже Иван Григорьевич давал. Уссурийская, то есть. Вот куры как проморгаешь, так капусту вот. Ну, любят сразу, бегут сразу. Вот. Это вот в основном где огород. Ага. Кукуруза. Тыква. Вон там кабачки. Вот, вот там. Там вон помидоры, горох. Видите, как наклонились? В этом году ветки наклонились. Будет хороший урожай. Поспеют. Тут, значит, аленка вот эта крайняя. Потом у меня с Алтая привезен, но там дальше. Ну и там дальше вот эти все яблони. Вот внучата бегут, помощницы. Какой у вас горох гигантский вообще. Ну, горох, да. Собираете, ребятишки? Ну, иногда. Дима, Варя. Когда так он подрастет? Да. А еще не подрос там? Нет. Что-то? Ну, а я один нашел. Вот кабачки, да? Нет. У вас тут много яблони. Яблони, ну, целый ряд. Я уже. Как полукультурки? Полукультурки у тебя вот там покрупнее, примерно с настоящей. Ну вот это вот аленка, вот этот аленка, и вон там, этот с Алтая привозил, я не знаю какой сорт. А вот этот вот крупноплодный, вот и они, ну, настоящее яблоко. А там потом вот этот приобрели и там приобрели. Ну расширяйте владение, да? Ну да. Что, земле пустовать, да? Ну там, вот видите, Фары содержим. А ребятишкам-то простор какой-то. Ну, так что. А этот уже вот брошенный. Да, брошенный. Там брошенный, да. Да. Поэтому, я говорю, было 120, а сейчас это всего 30 участков. Да.